Всех приветствую! И сегодня мне попались вот такие вот старые платки, на которых есть радиодетали, в которых содержатся такие драгоценные металлы, как золото, серебро, платина и палладий. Так что в этом выпуске сделаем краткий обзор вам и покажу, что нужно собирать и какие радиодетали принимает. Так что начнем вот с этой платки. Как видим, это у нас старое радио, ну довольно интересное. Сейчас перейдем к ней. Вот такая вот платка, скорее всего, от какого-то телевизора. Что мы тут наблюдаем с приемных радиодеталей, которые нужно собирать? Видим флажки, очень много вот такие вот флажки с посеребрением, их принимают, тоже есть смысл собирать. Просто платы счищать, ракетки, в них есть бескорпусные КМ. Видим, ракеток очень много. Так, видим, ракетка нарисована, так их называют. А видим, как она вообще называется, это сборка. К224УП2. Вот такие вот сборки. Но самое интересное, что на этой плате есть вообще, это у нас такая вот дорогая КМ-очка. Это рыжик такой вот с маркировкой такой вот сбитой. Ну, вполне хорошие. Это самые топовые радиодетали, которые стоят очень дорого. Если их много, конечно, собрать по весу, они принимаются. Так, что у нас тут есть? Контура, давайте их скроем и посмотрим. Да, кому понравится и будет полезным это видео, не забывайте поддержать это видео лайком. Ну и кому интересно, подписываемся на мой канал, потому что вас еще много, кто еще не подписан на мой канал. Смотрите без подписки, так что проверяйте, кто без подписки, так что подписываемся. Ну и не забываем поддержать. Так, видим, контура у нас пустые. Ну, вскроем все. Ну, бывает, тут попадаются такие дорогие КМ. Зеленые, рыжие, разные. КМ-конденсатор разных типов бывает. Так что надо вскрывать все. Так, скрываем. Да, и кому что попалось на этой неделе, можете написать, поделиться вашими новостями. Если вы ищете, конечно, радиодетальки, может, вам кто-то приносит. Так, тут немало, два контура осталось. Ну, на этой платке, как видим, есть чем поживиться. Ну, скорее всего, ничего в этом контуре не будет. Ну, как говорится, стоит посмотреть. Так, видим. Так, посмотрим 315 какого года. Так, 315, 83. Да, надо проверять, но тоже могут быть приемные. Так, вполне неплохо. КМ-очка, это хорошо. Переходим далее. Вот такое вот радио, да. Это у нас такое радио непонятное. Кто может узнал? Вот часть корпуса от этого радио есть. Больше тут ничего нету. Сейчас перейдем к самому интересному с этих радиодеталей. Вон, видим светодиодики. Маленькие, но они, кажется, представьте, они не припаяны, они вставлены. Классно, их можно повысовывать. Да, и они тоже приемные, именно советские. Современные их не принимают, там в них позолоты нет. В них содержится золото, из-за этого их принимают. Ну и на них можно неплохо позаработать. Так, тут с частью так вышло. А, тут так можно их высунуть все. Смотрите, даже срезать не надо. Можно сказать, новые светодиодики. Так, их принимают тоже. Кто не видел, сейчас покажу, как можно проверять, если вы не видите. Тут на выводах. Вот, смотрите, видно, сразу видно, они с позолотой все. Вот видите, позолота желтенькая, вот с позолоткой. Вот такие вот светодиодики, так что переходим далее. Это у нас была лицевая часть, сейчас посмотрим потроха этого радиолки. Ну, вполне неплохая радиолка. Так, верхняя плата, сразу переходим к ней. Вот так она, вот так у нас тут, сразу ее срежем. Довольно неплохо мне попалось. Так, обзор на эту плату, что тут нам надо собирать и... что можно с них сдать. Как видим, флажков, как всегда, много. Вот такие вот квадратные флажки. Вот это все приемные. Квадратненькие, квадратненькие. Только квадратненькие видим. Вот они тоненькие. Если уже толще, то уже не то идет. Так, 315 какие тут у нас? Так, надо смотреть по обозначению. Видим полубочонки. Транзисторы с позолотой маленькие. Они в такую же цену, как и светодиоды. Тоже приемные с позолотой. Вот это вот микросхема. Видим КТ-174Х2. Давайте ее проверим. Скорее всего, без позолоты. Нет, с позолоты. Смотрите, вот как проверяем микросхемы. Если вы не видите, тут на ножках. Отличная микросхема. Так, что у нас дальше есть тут?
Есть такие вот тоже полубочонки трубчатые, они дороже, чем флажки с посеребрением. Конденсаторы, вот видим, трубчатые конденсаторы. Настроечки нет смысла собирать, они неприемные. Так, что мы тут видим? Ну, много чего усыпано, но такого ничего нема, кроме полубочонков очень много. Переходим дальше к этой плате. Вот тут уже побольше. Так, вижу вот такую довольно интересную коробочку. Давайте ее... Так, отсюда как-то извлечу. Как-то, чтобы было удобнее нам обозревать. Так, есть. О, отлично! А в этой коробочке у нас, смотрите, что там есть. КМ-ка. Сейчас мы ее оттуда... достанем. Так, видим 315 тоже. Вот, видим 84 тоже неприемные. Полубочонок, транзисторы приемные. И флажок один. И вот тут надо так вот скрыть аккуратно коробочку, чтобы нам было все хорошо видно и было вам понятно. Так, вот КМ-очка. Это как и рыжики. У них хорошие ценники в этих радиодетальках. Так, аккуратненько. Сейчас посмотрим маркировочку. Так, пятерочка. 2N. Давайте посмотрим, какого она цвета. Да, вполне хорошая. Видим, структура хорошая. КМ-очка очень классная. Только одна, ну ничего, по чуть-чуть будет много. Так, видим, давайте тут скроем, есть ли позолотка в этом диоде. Так, они тоже приемные. Так, так, так. Еле-еле, ну видно. Сейчас покажу, позолотка в нем есть. Смотрите внимательно. Вот маленький желтенький пятачок. Маленький-маленький. Вот на этой ответке стороне ничего не осталось. Ну, видно. Позолота в них присутствует в таких больших диодах. Так что, ну не всех, но надо проверять. Есть и пустышки, конечно же. Так, переходим далее. Кто еще не успел поддержать это видео лайком, можете сделать это прямо сейчас, нажав эту кнопочку. Смотрите, вот тут уже нормально идет. Вообще, очень много таких транзисторов. Они очень, у них хороший ценник. Цена поднялась на них. В металле видим. Это у нас на сколько выводов? На 3 вывода. Смотрите, 1, 2, 3, 4. Вообще отлично. Так, что дальше? 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9, 10. Так, больше не вижу их. 10 штук. Это уже неплохо. Это уже около, если еще чуть прибавить пару деталек, около 4 долларов уже есть именно с этих металлических. Но мы не забываем, тут у нас есть еще полубочонки. Это все приемные. Флажки тоже. Видим микросхемка. К176 и Е8. Давайте проверим, есть ли в ней позолотка. Видим, 85 года. Пятый месяц. Так, аккуратно. Видим, позолоты нет. Да, что хотел сказать. Сейчас тут вот напоминалка прямо сейчас выскочит. Посмотрите. Там довольно интересный выпуск. Вам понравится. Кто еще только зашел впервые на мой канал, можете посмотреть. Так. Что мы видим? Тут далее ничего интересного. Тут 315. Вот. Вот такие вот транзисторы тоже приемные. Они с позолоткой внутри. По-любому вот это два с позолоткой. Вот еще один. Такой вот транзистор. Маркировку не видно. Ну, не знаю. Так. Смотрим. Не видно. 940 или 814 транзистор. Так.
Смотрим, вот тут маленькая платка, давайте ее отсюда достанем. Ну и посмотрим, что на ней есть. Так, вполне радио неплохое. Сколько вот в металле транзисторов, кто уже в теме, понимает, что нормальная радиола попалась. Вполне неплохая. Вот такая вот платка в виде флажка, уйма просто флажков. Так, такую микросхемку мы уже с вами только что раскусывали. Она у нас позолотая тоже по-любому, проверяли. Видим, да, завод, знак завода. Видим, транзистор маленький, еще один маленький полубочонки. То они все приемные. Так, контура, контура. Давайте этот контур скроем. Так. Тут ничего нету, ну ничего. Вот такой получился выпуск. Кому понравился, не забываем поддержать лайком. Также не забывайте подписываться, потому что вас очень много без подписки. Подписываемся на мой канал. Также переходим, слева-право появились видео, которые вы еще не видели, скорее всего. Переходите, довольно интересные выпуски и смотрите. Ну а если вы их видели, переходите на мой канал, который появился по центру. И смотрите все другие выпуски.